Доброе утро, мои зрители. А мы опять посмурнело, смотрите. Ну это вообще кошмар. Опять я буду спать. Ой. Такая погода. Только спать хочется. Кстати, девочки-мальчики, тортик это приготовил вчера. Ночью. Пёк ночью сметанный, хороший такой. Понимаете, солнце мое. Сейчас покажу, девочки. Да, Маня, тортик покажу, пока чаю, пока кофе пью. Хороший тортик. Вот, ребят, вот такой тортик. Сметанный. Сам делал. По рецепту. Попробуем. Так, смотрите. Сейчас покажу. Смотрите. Сметаны 2 стакана, девочки-мальчики. Такая красота. Ну что, открой. А тут, вкусняшка. Сейчас я это... Короче, он легко делается. Легко делается сметаны. Он в холодильнике стоял. Питался. Застыло, блин. О, господи. Вкусно. Вот, ребят, вот такой. В разрезе. Сметаны называется. Сметаны. Смотрите, в разрезе. Красота, да? Такой, видите, все в разрезе. Сейчас попробуем. Да. Вот такой вот, видите. Сейчас скажу вам рецепт. Рецепт скажу. Короче. Блин. Рецепт скажу. Короче, 2 стакана сметаны, 3 стакана муки, 1/4 сахара в стакане, 3/4 стакана, плюс на крем 1,2 стакана, сода 1/4 чайной ложки. Соль 1/4 чайной ложки. Ванилин 1/3 ложки. Приготовление. Разогрейте духовку до 230 градусов. Противень смазать. Да, положить этот лист с пергаментом. Короче, перемешать в большой миске сметану, сахар, соль, высыпать муку и соду. И замесить тесто. Он должен такой комочком получиться. Потом этот комочек на 4 части разделайте. Вот. Разделить на 4 части. Потом раскатать кружочками. Ну, вы поняли, кружочками. И выпекать по 15-20 минут. Понимаете? А потом тем временем, девочки-мальчики, сделать то есть и сметана с сахаром и ванилином все это перемешать. Это крем сметанный.
И потом это, короче говоря, когда спекли все, это все остыло, берете, ложите первый лист, смазываете сметанным кремом, потом второй коржик, потом тоже все сметанным кремом, и третий положить, а четвертый, то есть вот, ну, третий налить, то есть крем, девочки, мальчики. И четвертый коржик просто это надо размять, короче. И все. И поставить в холодильник. Ну, это украсить. По своему желанию. Я вот так сделал. Крошками. И на 4 часа. Очень вкусно. Красота. Кстати, очень вкусный. Очень. Девочки, мальчики, я не пью, это раз. Не пью с утра. Не, я вообще не пью, девочки, мальчики. Вы не думайте. Это, знаете, я просто встал с утра, вот видите. В таком состоянии встаю, да. Мой. Ну-ка. Мой. Я. Вы же тоже выглядите утром не аиста. Ну-ка. В следующий раз не надо в холодильник ставить. Угу. Понимаете, не буду в следующий раз ставить такой. Вот кто поставил в холодильник, оно не шибко. Очень вкусно. О. Попробуйте спеть. The best просто класс. Я знаю, вы там напишите. А чё некоторые люди пишут, вот так какую херню пишут? Они сразу диагноз ставят. А сами себя не показывают. Ну, я говорю всегда. Прежде чем писать, подумай, что ты пишешь. Понимаешь? Вот я не пишу почти никому. Понимаете?